Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Андрей, и сегодня мы смотрим мистера Денала. Смотрите, короче, мне некоторые пишут, что я фанат мистера Денала, и они пишут, посмотри его рубрику «История мистера Денала». Говорят, что она очень смешная. Сказали, что это видео топ смешное. Сегодня мы будем его смотреть. Короче, мне просто захотелось, чтобы вы тоже посмеялись, и, наверное, вы поняли. Ладно, давайте смотреть. Так. Нет, ты виноват. Акуна Матата. В этой... Акуна Макака. Акуна Макака. Мне уже начинает быть смешно. Ладно, давайте дальше. Я же испугался немного. Я забыл звук тише взять. Так, нам звонят в домофон. Игрушечный уцелот. Понял, плюшевый, наверное. Так. Кто там? Данил, возвращайся от уцелота. Возвращается Лота. Ну, то есть ему позвонила Алиса, я просто его фанат, я знаю его подругу. Значит, ему позвонила Алиса, он одолжил у нее на несколько часов оцелота, а теперь ему нужно его возвращать. Ну, давайте смотреть, что он ей ответит. Он вообще с ума сошел от своего плагиата. Ты что, совсем чокнулся? Я с ней согласен. Я с ней согласен. Она молодец. Подождите. Она как Жирамелька. Она всегда использует какие-то магические суперсилы Жирамелька. И вот она делает то же самое. Только она не говорит «Ресня! Чидори!» Вот она этого не говорит. Она заходит к лифту. Ага, а вместо того, чтобы просто прорубить дверь в его квартиру, ей надо... А, она же только поднимается к его квартире. Ладно, она едет. Она не может своими магическими силами просто телепортироваться, нет? Нет? Походу, наверное. Ладно, ладно. Я вот просто и понятия не имею, как Данил... Его, кстати, Даня зовут. Как он узнает, что ее... Что она где-то находится? Он что, первым глазом видит реальность... А вторым глазом он видит то, что видит его подруга? Странно. Ладно, давайте смотреть. Ладно. И да, гениальная идея. Прям надо... Да, очень круто, очень круто. Так, а как там? Чё за ерунда там происходит? Я знаю, что делать! Я знаю, что делать! У нее голос прям такой смешной, ребят. Давайте смотреть. Ну да. А вместо того, чтобы тратить 64 миллиарда лет на то, чтобы выбивать двери ногой, можно просто прорубить пилой. Ну да. А что со мной было? Ребята, вот эту вот фразу он говорит в другой серии. Он прям ее так же сказал. В одной серии, которая называется «Каша, а не плагиат». Вот видите название? Здесь написано, там написано «Каша». И вот так вот. И он в этой серии тоже эту фразу сказал. Давайте смотреть. О май гад, сейчас на него подруга разозлится. Так, давайте смотреть. Ты испортил моего отца? Да, именно так. Но это не я. Все так говорят. На самом деле это был ты. Ага, не ты. Если ты испортил моего отца, то я сама тебя испорчу. Она сказала, когда она сказала «испорчу», то это какой-то реально женский голос. А вообще он похож на мужской. Ай, ладно, не буду на это обращать. Блин. То есть, через такую мелочь, то, что плюшевая игрушка порвалась, это надо своего друга выкидывать с окна? Походу, я спать. Ладно, давайте дальше. Эй, отпусти меня! Почини оцелоты, или я тебя скину. Но я не умею жить. Починить оцелоты, или я тебя скидываю.
Неплохо скинуть его в речку, я уже вижу, а это какой-то там вот гигантский лук, что ли, со стрельбе стрел. Не знаю. А, так! Прощай. Ну, вот в таких случаях, когда тебя кто-то скидывает, это обязательно, вот прям обязательно должно быть сном. Ну да. А теперь? Ну и это именно так, да? Я вас понял. То есть, если просто крикнуть, не надо сказать: «Заткнись, ненормальная скотина! Больше никаких компьютеров!» А вместо этого надо просто подойти, нанести несколько ударов битой и уйти. Но если это был сон, то откуда у него в доме подруга, если он даже не ответил на ее звонок? Это невозможно. Короче, ребят, сегодня мы посмотрели очень смешную анимацию. Мне она очень понравилась. Это просто какая-то смехота. Но если вам не понравилось то, что я каждую секунду ставлю видео на паузу и оцениваю эти моменты, это просто видеооценка, то ссылку на видео я оставлю в комментарии. И вы можете перейти и посмотреть это без моих там... Я это уже видел. В общем, вот так вот. И надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки и всем пока. Только лайки ставьте, если вы подписчик мистера Деналы. А если вы не подписчик мистера Деналы, то подпишитесь и на него.